Многие из нас умеют готовить сами и знают немало земляков, которые делают это хорошо. Богата ли наша земля талантливыми кулинарами? Спросили мы у стюжан. Большинство женщин имеют какую-нибудь интересную изюминку в приготовлении пищи и какой-то козырь для того, чтобы подать красиво и вкусно. Вот среди вашего окружения кто лучше всего готовит? Ну, наверное, повара, которые профессионально подготовлены. Лучше всего что у вас получается? У нас раньше называлось это блюдо «помакушка». Северное – это треска в печке в русской с картошкой, с лаврушкой. Самое простое. Есть ли у вас кто-нибудь из знакомых, кто очень хорошо готовит? У меня очень хорошо готовит дочь и снуха. Они очень прекрасно и салаты готовят, и мясные блюда, и все. А вот что у них лучше всего получается? Можете такое вспомнить, блюдо какое-то? Ну, как запеканки всякие, очень вкусные, хорошие. Рагу их получается, куру хорошо готовят мои девочки, и дочь, и снуха. Они вообще у меня молодцы. Жена хорошо готовит. Вот что у нее лучше всего получается? Лучше? Да вроде все хорошо. А самое любимое есть у вас что-то? Плов, например. Телеканал «Русский Север» ко дню повара организовал конкурс. Участвовать в нем могут не только профессиональные повара, но и ваши друзья, знакомые или родственники, чьими умениями готовить вы восхищаетесь. Разместите фотографию вашего кандидата на страничке телеканала в специальном альбоме и кратко расскажите о его талантах. И, конечно же, поддержите лайками. И пусть устюжане узнают о своих земляках, которые умеют по-настоящему хорошо готовить. Максим Тятов, Вячеслав Голиков, телеканал «Русский Север».